Ну что? Вот. Вот, покупочки. Распаковочки. Вот. Давайте, дети, налетайте. Вот сюда. Что же там? Что же там? Ой-ой-ой. Давай, Дань, вот этот белый пакет первый, который Джеокс, это тебе. Доставай, что там такое? Что там Данюсику купили? Ой, Алиме положила свой цветочек, что ли? Давай сюда. Что там? Так, давай посмотрим. Там для тебя что-то новенькое. Открывай, открывай, распаковывай. А, новые вот сапожки. Какие сапожки? Это босоножки. В общем, мы раскошелились. Ну, как раскошелились? Была хорошая скидка. И купили мы эти босоножки за 1619 рублей. В принципе, сейчас также стоит и сказка, которой до Джеокса, конечно, далековато. Данечек, померяй. Данюсь, давай. Не знаю, как по размеру, но должно быть... Нет, вот эту ножку. С запасиком, да, наверное. Ну, они такие, конечно... Это неправильно. Чуть-чуть вперед толкай ножку. Да, вполне такой запасик. Ну, до лета... По стопе, в принципе, все хорошо. До лета еще. А может и до следующего, да? Дань, Дань. Иди сюда, я посмотрю, Дань. Иди поближе. Давай, давай второй, а будешь, посмотрим. Давай, я посмотрю. Ты знаешь, мне кажется, что нет. До следующего вряд ли, но вот сейчас прям будет самое плохое. Это на улице. Это что, на проводной? На улице, летом. Дочь, это тебе Алиме Алака передала. Алака. Ты что, забыл, какая у тебя Алака? Еще чуть-чуть ножку вперед толкай. Ну, в принципе, вот носок почти дошел. Но пяточка есть еще на пяточке запас. Ну, до лета еще 3 месяца. Ну, еще 3 месяца лета. Ножка вырастет же чуть-чуть, да, Дань? Да. А это тоже братику. Мы тебе не стали покупать, мы твой Зайка. Размерчик, твой размерчик гуляет. Дань, встань, пожалуйста. Дань. Я... Дань, начинается. Дай я давай вот эти. Дань, ну дай я хоть посмотрю, вот на иди секунду вот остановись. Встань, вот здесь, вот встань и постой чуть-чуть. В общем, выглядят они, конечно, не очень, но, по идее, должны быть очень удобные, да? Ну, что не очень выглядят? Вполне себе очень. Ну, в принципе, пойдет. Ну, это же Джеокс, это тебе не халам-балам, да. Даже не Ясюня, ты хочешь обувь, зайка? В следующий раз с тобой поедем, мы обязательно хочешь, купим тебе... Обязательно купим тебе... Ой, Дань, подними, пожалуйста. А это мы в Скетчерсе купили. Тоже по скидке. Дань, тебе сегодня сказочно повезло, понимаешь? Сказочно повезло. Пока ясечка поносит. У тебя сегодня Джеокс и Скетчерс. А там что такое? Ты завидный жених теперь, дорогой. Да, а там мамин Скетчерс. Ясюша, дочь... Тебе не жмет, кошечка? Мама. Класс, да, ботиночки? Не я жмет, я. Да, нормально. Ну, иди, иди. Мам, смотри, здесь вот такие вот сапожки для взрослых. Ну, давай. Сапожки для взрослых, да. Смотри, это значит, кроссовочки. Да. Видишь, какие тебе в Скетчерсе супергеройские купили? Надо достать как-то эту покупку. Ты хочешь мамины показать? Да, давай, мой помощник, доставай. Это мамины. Весенние кроссы. Все, раз и закрыла. Да, вообще. Давай хоть поближе покажем. Вот давай такие. Поближе. Вот такие шикардосные. Ну, я думаю, я их уже продемонстрирую на какой-нибудь прогулке, да. Но... Шнурки. И запасные шнурки. Такое я вижу. Снимать будем? Снимать? Давай Даня померяет. Может, ему больше подойдут. Запасные шнурки я в своей жизни впервые вижу, чтобы к обуви прилагались. Да, надо вытащить, как это. Выглядит классно. Да. Выглядят классно. Не дать, не взять. Потом мама примерит, на ножки посмотрите. И мы купили какой-то очиститель для такой обуви, вот для текстильных. Дочь, это мама! Так, так, так. Дай, я ей разрешаю. Пусть померяет. Купили вот там же в Скетчерсе вот такую лабудень. Да. Да, ну здесь, дай, в общем, кроссовочки одеть. Здесь такая большая бутылка, довольно тяжелая. Это пена. В общем, брызгать на текстильные части. Здесь у меня есть немного сетки. Как нам сказали, поднимается густая буйная пена вместе со всей грязью. Ее потом просто убираешь и все, да? Дочь, не жмет, дочь? Какаши! Ну, типа влажная тряпочка. Какаши! Какаши? Где какаши? Нету, надо вытянуть, надо вытянуть вот эту. Ноги нам надо. Вон, ей мешает ногу засунуть.
Ты хитрая. Какасик. Ясь, ну я даже не знаю. Идем, Даня, вставай. Я готова тебе уступить. Даня. Тебе идет это больше, соль, чем мне. Вот, соль? Это осушитель для уха. Вставай, встань, стой. Вот, будем пробовать, потому что чистить текстильные элементы в обуви всегда очень проблематично. Точно думаю, сынок, точно думаю. Что у нас с кроссовочками? Сейчас проверим. Ну, эти-то не страшно, ножку эти на вперед, осень, вперед, да. На весну, ну, если подойдут, заходит. Пальчик заходит, да? Класс. А ну пройди чуть-чуть, отлично. Мы посмотрим, как выглядит. Как квадрату? Бомбезно выглядит. Ну, чуть-чуть на осень, эти точно на осень ему. Фу. Это тоже 28-й, да, мой? Ну, просто дело в том, что у нормальных фирм обувь полноразмерная. Вот у нас у Дани то 27, то 28, но 28 больше на китайских моделях. Поэтому мы взяли 28, ну, конечно, сейчас ему бы больше подошел 27-й, но Джеокса 27-го не было. Хотя, все-таки, еще надеюсь, что до лета, за лето нога у него подрастет и будет, в принципе, нормально. А вот кроссовки, они же будут и на попозже, на осень, поэтому не переживаю. Может, даже и до весны пока, еще дотянет. Пока была жирная скидочка. Да, по такой скидочке. Кстати, скетчерсы мы за сколько купили? 1600, сейчас скажу. 1600. Ну, в общем, они были 200. А нам они вышли 1000. Они были с 40% скидкой. Плюс у нас еще на кассе по карте была какая-то скидка. Ну, я к тому, что в нашем вот... 610 или что-то такое. В нашей крохе примерно, ну, плюс-минус та же стоимость, ну, за китайские джоны какие-то, да, там. Да, Тим Джон или типа Тим Тимми, что-то там. Тимми такое Тимми, есть, да. Но это и рядом не стояло, поэтому у меня были скетчерсы. Я понимаю, что такое скетчерс. Вот, я очень довольна вот двумя этими позициями для Дани, я безумно довольна. Я считаю, что вполне за хорошую цену мы сегодня купили ему обувь. Ну и своими, конечно же, кроссиками я тоже очень довольна. Так, значит, первые ясины трусики, обычные, нормальные. Ну, эти чуть-чуть на вырос, 2-4 года, потому что я не уверена, что Ясмина прям вот сейчас готова их надеть. Но вот эти поменьше, значит, год-два, это на сейчас прям, все-таки теплеет, и я надеюсь очень, что нам пригодятся эти трусишки в ближайшее время. В общем, какая история? В Glory Jeans за нашу прошлую покупку нам начислили 3000 рублей, ими мы могли оплачивать 50% стоимости, то есть, по сути... У нас была 50% скидка на все. То есть мы набираем на 6 тысяч, и 3 тысячи нам списывается в виде бонусов. Соответственно, на каждую цену минус 50. Вот эти трусики, которые на сейчас, вот их трое, сейчас, вот таких. Ну, они были, в принципе, со скидкой. Получается 399, ну, за 200 рублей мы их купили. Я думаю, неплохо. Симпатичные, с единорожками. Вот такие. Ну, это посмотрим. Это сейчас на ближайшее время. Вот эти трусики были за 500 рублей, но со скидкой 250. Тоже, я думаю, неплохо. Здесь тоже единорожки. Вот такие цвета приятные, красивые. Здесь еще кролики, белочки какие-то. Очень интересные. А потом я увидела недалеко... Были маечки. Я думаю, маечки ей тоже пригодятся. Маечек у нее нет, ни одной. Даже от Дани в наследство как-то не досталось. А это дело, я думаю, нужное. Ну, две маечки пусть на хозяйстве будут. Вот. Вот такое белье мы купили Ясмине. В общем-то, со скидкой 50% получилось достаточно приятно, я так думаю. Но это чуть-чуть на вырос, потому что и маечки, и трусики я взяла на возраст 2-4 года, когда, я уже надеюсь, Ясмина 100% будет такое носить. А можно мы одну маечку прикинем? Обязательно. Так, теперь бельишко Данияру. Опять купила ему, ну, потому что это дело нужное. Он из старых своих всех запасов вырос. В прошлый раз мы ему... Трое купили, да? Да, было трое. Вот, а сейчас лето, будет потеть, жара, в садике переодеваться. Вот такой набор уже, конечно, по менее приятной цене в LCV.
ну, скидка гораздо меньше, да, 200 рублей. В прошлый раз за 300 подобные мы взяли. Ну, может, это, конечно, другие, но они, в принципе, видно, что они другие, потому что тех, которые мы брали в прошлый раз, я уже не нашла. Эти вот такие однотонные, в таких цветах. В принципе, очень хорошее качество. Вот некоторые вещи волсевые детские, прям отличнейшего качества. Даня их относил от и до, и они еще даже прилично выглядят. Это почти... А, мы две позиции купили волсевые. Вот эти, вот этот набор и ремень. Да. Где, кстати, ремень? Вот такой ремешок, не знаю. Попробуем, посмотрим, на джинсы прицепить. Возможно, он, конечно, окажется большой сейчас, но в перспективе пригодится. Меньше просто не было в природе. И он тоже стоил 500 рублей и без скидки даже. Это все наши покупки в LCWay сегодня. Больше как-то чего-то не запало в душу ничего. Но в Глории, с учетом того, что у нас там 50% скидка была на все, мы выбрали вот такие. А, трусики тоже, качество, в принципе, неплохое. А, цена 600 рублей, грубо говоря, со скидкой 300 рублей. За три пары, я думаю, вполне неплохо. Вот такие расцветочки. По качеству, мне кажется, приятное, натуральное. Тоже на лето в садик пойдет. Тем более Даня, у него попка миниатюрная. Он свои трусы носит еще... которые мы ему покупали на 2-3 года, да, по-моему, он, ему сейчас еще нормально. Поэтому этих ему хватит на 2 года железно, этого размера. Сейчас они немного ему свободны, совсем чуть-чуть, но на следующий год будут как раз. Это Данино белье. Ты доволен, Дань? Ты вообще посмотрел? Смотри, с какими динозаврами тебе трусиков купили. Смотри. Смотри, Дань, какие динозаврики, смотри вот на трусиках. А он баночками играется, это у него роботы-пылесосы. Дань, тебе нравится или нет? Да, сюда же. В прошлый раз мы купили носков Яси, в этот раз мы купили носков Дани. Опять же, так как у нас была 50% скидка на все, можно было себе позволить сегодня брать без скидки. То есть вот здесь две пары носков получились где-то на 125 рублей, да, я думаю, неплохая цена. Взяла вот такие и... Вот такие здесь мишки нарисованы, здесь просто полосатые, а нет, не просто полосатые, здесь тоже мишка. Здесь уже была цена со скидкой, плюс еще минус 50, очень даже приятная цена. Носки такого среднего качества в Глории, здесь во всех 71% хлопка. Я все перешерстила, хотела выбрать, чтобы были более хлопковые, но во всех... 71%, поэтому подобрала два таких варианта. Ой, тут дом на ушах. Это футболка. Ну, не знаю, мне кажется, такая нежнятина, ну, просто нереальная. Правда, она большая. Она на возраст 3-4 года. Но меньше, конечно же, не было. Если была бы меньше, я бы взяла и меньше, и эту. Она очень здорово выглядит, прям нежная-нежная. И ее стоимость была 400 рублей и плюс-минус 50 за 200. Я не могла ее не взять, потому что, ну... А ну-ка, возьми ее вот так. Вот, чтобы понятно было, насколько она в объеме. Ну, конечно, все равно камера не передает. Как-то нужно... под другим углом посмотреть, что ли. Но в жизни она такая классная, такая нежная-нежная. Мне кажется, такая вещь должна быть у девочки в гардеробе. Однозначно. Однозначно. За 200 рублей она там обязана быть. Мне вот понравилось очень. Кажется, что это какая-то широченная футболка, но это такой фасон. На самом деле мне такие вещи нравятся. Она как будто такая вываренная, да, цвет у нее такой интересный. А, так, написано здесь, что... мечтатель, да, тоже в Глории, с учетом 50% скидки, так она стоила 700 рублей, так 350, но, а ну-ка, плечики, вешалка, мне кажется, что с какими-то шортами джинсовыми, она будет такая широкенькая, просторная, ну, как есть такой фасон футболок, как они называются, я не знаю, но я думаю, что будет выглядеть очень симпатично. Это для Ясечки. Скорее всего, купили. С шортиками. Смотри, это для Ясечки купили. Вот с юбочкой, наверное, не очень, но вот с джинсовыми шортиками. С джинсовыми шортиками. Ясь, ты на примерку собиралась, но так и не собралась, да?
Так, футболки Glory Jeans, которые мы покупали Дане 2 года назад. 2 года назад. Тогда их стоимость была по акции со скидкой что-то около в районе 200 рублей. Он их носит до сих пор. Они в отличном состоянии. Ну, конечно, уже такие подзастирались. Так, этот голбеж прекратится хоть на секунду, а? Шумогенераторы. Вот, кстати, футболка из Глории, которой 2 года минимум. Стирается она день через день и вполне себе неплохо себя чувствует. Ничего не выйдет. В районе 200 рублей я все покупала. Их было около 5-6 штук, да, тогда? Да. В этот раз мы купили, все по 300 получились. Ну, да, это даже дешевле. Это даже дешевле. Остальные, а ну-ка. Так, вот такая. Вот такая. Ну, качество везде 100% хлопок. Мы сейчас перейдем туда. Снова. Тарахтуны. И они туда. Тарахтуны. Цверкуны. Так, значит, везде 100% хлопок. Ну, и вот средняя цена 600 рублей. Со скидкой 300 получается, да? Отлично. Взяли 4 футболочки. Ну, выбор был не очень большой, но для сада... Для домашней носки. Там Яся, Даня Ясю кошмарит в углу. И вот такая. Тише. Значит, пойдем. Там поиграем. Вот. Я извиняюсь, дети. Так, возраст, значит, везде 4-5 лет. Я думаю, сейчас ему как раз будут в пору. Так, и на коня. О, боже мой. Даня ушел, но тише не стало. Яша за двоих отрабатывает. И еще 2 маечки. Так, и 2 маечки, да. Ему тоже полагаются маечки. Вот такие выбрали в такой расцветке. И здесь что по цене получается? Ну, грубо 400 рублей. Ничего себе, майка стоит, нет, рублей. Ну 200 рублей, а футболка 300, ну ладно, майки-то должны быть на хозяйстве, вот, 2 такие маечки, что, все? И на этот, ну по детским вещам все. Чу, мне показалось, что мы столько брали. Нет, брали. На Глории мы еще взяли тебе джинсы. Ну, мне взяли джинсы, ну, такие на лето светлые, обычные, да. Я в своих кроссовочках и в этих джинсах обязательно продефилирую. В ближайшем влоге увидим. И фандей. Ага, фандей. Да. Штанишки тебе. Джинсы, штаны, как это называется. Ну, это я все... Это все будет, да, так вот скользь покажу, а это все будете уже лицезреть непосредственно на... Брюки, там 2 футболки. 3 футболки. Ну, одна такая новогодняя, она какая-то большая, но мне кажется, будет, да. Для дома она получилась за 200 рублей что-то тоже, да? Со скидкой. Да, еще, новогодняя бонусы, с котами. Что-то. Рождественская. Ну, она вообще 400, но там... Да. Там что-то 50%. Была акция, в общем, на вторую женскую вещь минус 50. Ну, там 2 футболки, на эту минус 50 за 200 рублей она получилась. Вот такая футболка, да. Тоже такая. Это маме. А Асике. Все о Асику. Все о Асике. Когда звали тебя. И вот такая. И достаточно. Ну, сегодня охота удалась. Да. Мы сегодня вот. Я, знаешь, что самое главное мы сегодня для тебя купили? Ясюнчик. А это что? Асики. Это джинсы. Это мои джинсы. Асики. Мы, знаешь, что для тебя купили, доченька? Иди сюда. Кто, ребёшка, покажись. Ай! Ясь, маме покажись, посмотри на маму, посмотри. Не покружись, маме покажись. Маме. Иди, подойди. В общем, я не могла устоять. Красота! Со скидкой минус 50, это чудо получилось за 250, за 225 рублей. Ясюш, ну, конечно, это без присмотра не оставишь, это так вот чисто одеть, по... делает, да? Одеть, поснимать красотку. Какой на пляжах. Нравится. Да, Ясь? Йок? Иди сюда. Эй! Ясь, какой йок? Йок-макарёк? Что дома творится? Детоньки. Ясюнь, это тебе платье. Ну, сейчас как платье, да. Да. Давай. Ой. Не нравится?